Викентий, 24 года. Любовных историй было много, но все непродолжительные. Одна девушка не умела готовить, другая думала, что Рим находится в Египте, а с третьей ему просто было не о чем поговорить. Викентий госслужащий, гордится своей семьей и известной фамилией Майкопар. 12 лет дает концерты органной музыки в России и за рубежом. Является членом Королевского колледжа органистов в Лондоне. Викентий избегает глупых и легкодоступных женщин. Его избранницей может стать разносторонняя девушка из интеллигентной семьи и с хорошим образованием, которая любит читать и не переключает телевизор, когда там показывают новости. А вот когда вы в этом реалити-шоу глупостью занимались, там ни с кем не зароманили? Был, да, роман там с девушкой, долговременной участницей этого шоу, но этот роман долго не продлился, потому что у меня исчерпался лимит дней, как я мог там проводить на этом реалити-шоу. В общем, мне пришлось оттуда уйти, чему я очень рад. Я вообще не понимаю, про какой лимит. У нас тут все время Викентий рассказывает. Я вот как профессиональная сваха не хочу предлагать кота в мешке. Вы, конечно, такой козырный, как говорится, жених. Но вот мне кажется, что... А вот сейчас у нас, кстати, это происходит. Вот приходит жених, рассказывает одну историю. А если бы вот была возможность невесту послушать, там совсем другая история. Вот у нас есть уникальная возможность сегодня послушать ту сторону. Какую? Ну вот... Девушка, которая вот такая вот, у нее, кстати, она совершенно другая версия. Ох, как ты любишь, что Рос, а, вот это вывернуть-завернуть. Да-да-да-да. А как вы думали-то у нас вот здесь? Вот. Здрасте. А вы кто? Ну, я как раз такая, та девушка, по которой он рассказывал. Роза, у которой, значит, ну, ты даешь. Лимит исчерпался, чувства, эмоции. А как вас зовут? Валерия. А кто это? Он с ней встречался. И у вас что, была любовь? Ну что, была или ну, нет? Ну, по-взрослому, наверное, да? Была, наверное. Была. А и вы знаете, вы его не смотрите на него, вы нам рассказываете. Нет, на вашей стороне, правда? Нет, просто я про, ну, услышала то, что Викентий сказал о том, что выбор ему родители не навязывают, да, и последнее слово за ним. А, это так не является, потому что на самом деле, покинув телепроект, за кого? Потому что я была не в угоду твоим родителям, да, и что вот я, может быть, не с такими... какими-то вот качествами обладала, и поэтому... Ну и правильно, а что родители имеют право предостеречь свое дитя, молодое, зеленое, я бы сказала, от опасных девиц. Вы старше, Викентия? Я не являюсь опасной девицей, это раз. Во-вторых, у меня также есть родители, и я являюсь личностью. А сколько вам лет? Мне 25. Ну, старше, да. А вы откуда родом? Но я давно живу в Москве, а сама из Новокузнецка. А вы допускаете, что жизнь вас столкнула на мгновение, но подлинного интереса не возникло, и человек предпочел не длить эти отношения, для того, чтобы потом вам не было больнее? А зачем тогда после двухнедельного романа объявлять такую нереальную любовь, говорить о семье и о детях, если твои родители категорически были против обо мне? Они знали, какая я, потому что у них выдался шанс, я жила более года на проекте под камерами, и он пришел непосредственно ко мне, он знал, какая я дерзкая. Ну хорошо, моя жизнь на проекте закончилась, я дальше пошел. Но ты сказал о том, что твои родители против нахождения твоего на скандальном проекте. Послушайте, если молодой человек влюблен, 100 человек его будут держать, он пойдет к своей любви. Ну плюет на родителей, поверьте. Может быть, он потом когда-то раскается, но выигрывает всегда женщина. Ну вообще хабалка, по-моему. Мне тоже кажется, только орет. Ну 3 недели, послушайте, ну у кого в молодости не было 3-недельных романов? И что теперь, мужчина обязан вам что-то? Ну у вас не оставил с ребенком. Да мне не обязан вообще ничем. Просто придя даже сюда к вам, он говорит о том, что там выбирать он будет, и родители будут прислушиваться его мнению. Как раз таки ты пришел на проект, когда ко мне. Это было 2 года назад. Ну не 2 года, а год не ерничать, хорошо? Давай ты не будешь ерничать. 2 года назад. 2 года? Ну ладно. То есть вы считаете, что в любом случае невесту Викентию будут выбирать родители, да? Конечно, потому что последнее слово не за ним. Что вы хотели? Что он сейчас, что здесь, стушуется, не знаю, потеряет сознание, скажет, да, Лера, я тебя ждал, спасибо, что пришел. Спаси меня от злых родителей. Не хочу, чтобы он тут падал в сознание просто. Он, наверное, не живой человек, и просто ему подсказать выбор невесты, наверное, потому что поженимся, поэтому тебе вам нужны советы, Лера? Если да, то я поставлю стульчик сейчас. Нет, нет, не надо. Молодец, потому что я тоже считаю, что с бывшими девушками
нужно выстраивать так отношения, чтобы они по-настоящему стали бывшими. Я тоже личность, понятно? И у меня нет какого-то повода засадить тебя перед невестами. Может быть, поэтому ты стушевался, не хочешь, чтобы я присутствовала и рядом сидела. И поверь, я не хочу тебе зла какого-то причинить. И для меня не соперница. А что хотите, и тебя тогда? Я уже не рассматриваю как мужчину, потому я что, год, думаю, назад что наш роман, год назад наш роман закончился, поверь. Ну все, а у меня вопросы какие-то что? Нет, просто так испугался, наверное. Чего я испугался? Ну, видимо, потому что тебе есть что-то аить, шило в мешке. А да, что, ну, у него хвост? Скажите, у него хвост. У него копыт, у него шесть, что он может утаить? Что может молодой человек утаить от девушек, которые сегодня придут за него бороться? Понимаете, ни одна из них не будет вам верить на слово, потому что в вас играет досада, обида за то, что вас Викентий оставил. А он от меня не ушел. Он ушел с проекта, потому что ему запретили родители. Но чувства были, и все. И а поэтому от меня никто не уходил. Были чувства? Он вам продолжал тайно звонить от родителей? Да, я звонил. Это ваш... А, звонили. Ну, да. Раз, да. А значит, поскольку мы находимся под камерами, Викентий, не надо тут меня посмешивать, вы стали, как будто я пришла я тебе навязывать себя. А что вас оттолкнуло вот окончательно? Неуважение к моим родителям. Она как-то о них дурно отозвалась? Да. А моего ты папу не обидел, который же тоже был против? Он воспитывает одну единственную дочь, чтобы ну потом дальше вот так вот говорили, она нашей семье не хороша. Ну, простите, а есть, я что? А я что должен? Ужасная такая? Я из хорошей семьи. И не ну, надо хорошо. Вот. Не только твои родители были против. Хорошо? Хорошо. Я бы закончила на этом.